Це насправді тема дуже важлива, тому що зараз в Україні війна, яка триває так повномасштабно третій рік, і взагалі війна в Україні вже більше 10 років. І зараз є різні підрахунки. Стало очевидно, що війна вже призвела до значного поширення психічних розладів, зокрема, це порушення сну, підвищення дратівливості, емоційна нестійкість, але так само збільшилась і кількість різних проявів посттравматичного стресового розладу, тривоги, депресії. І от лікарі, є різні дані, які підраховують, що загалом 90% населення України можуть мати психічні розлади через війну. Пане Євгене, але як думаєте, чи не криється от за цим усім, так ніби так здавалося, щось таке дуже безобідне, психічний розлад, більш масштабні проблеми для нашого здоров'я? Ну, конечно же, кроются, вне всякого сомнения. Опять-таки, я глубоко убежден в том, что никто не может сохранить психику нормальной, когда речь идет о столь продолжительном стрессовом состоянии. Никто в Украине не знает, что с ним будет завтра. Никто не знает, что со страной будет завтра, что с его детьми будет завтра. В принципе, никто не знает. Вот это вот отсутствие уверенности в завтрашнем дне, отсутствие очень ограниченный горизонт планирования, когда, по большому счету, ну, я реально не знаю, что со мной будет через два дня, да, да и вы тоже. Поэтому это все создает огромные психологические и психические проблемы, поэтому я считаю, что цифра в 90% пострадавших – это очень заниженная цифра. Я думаю, что все-таки мало кто уцелел. Я, как всегда говорю, что есть мозги, значит, они должны нарушиться. Если мозгов нет, то тогда, конечно, ты можешь сохранить психическое здоровье. Но, вне всякого сомнения, помимо психического здоровья у нас проблемы в области человеческого здоровья нарастают, поскольку у нас кризис здравоохранения в целом. Я вижу, например, что у нас огромные проблемы в области профилактической медицины. Они и до войны были, и до 2014 года были, и до 2022 года были, а сейчас люди вообще в принципе забыли, что такое профилактическая медицина. Ее как таковой не существует, понимаете? Люди обращаются к врачам, когда уже взяло за горло, когда некуда деваться. Естественно, я просто, понимаете, я все время ловлю себя на том, что на эту тему я... Ну, рассказываю практически в каждом интервью, но я повторяюсь, потому что разные аудитории, возможно, это все актуально, поскольку ну, мы все должны понимать, вот реально понимать, что после войны нам предстоит всех еще додиагностировать, долечить, что успеем долечить, понимаете? Детей надо будет доучить всему, что они потеряли за это время и так далее. Конечно же, паралитика проблема огромная, причем еще раз говорю, психическое здоровье – это то, что кажется на поверхности, но это такая ну, мелочь по сравнению с той же онкологией, ну, которую нарастает как снежный ком в условиях тотального иммунодефицита, который сопутствует там хроническому стрессу, который есть в стране практически у всех. До речі, от також ви говорили в інтерв'ю Дмитра Гордона про те, що онкологічні захворювання можуть бути поширені в нас, але це скільки часу має пройти? І це також є наслідком ось цього всього стресу, того, що переживає сьогодні кожен українець? Так они есть и сейчас. Эти онкологические заболевания, они просто не диагностируются. Люди умирают. И причем мы сейчас, к сожалению, из-за массовых потерь на фронте, из-за того, что массово гибнут молодые люди, на этом фоне смерть от там, какого-нибудь рака желудка там, в 60 лет не представляется какой-то такой особой трагедией. Хотя для, ну, вот сейчас в Америке идет президенты, женщина возрастом 60 лет, ее считают молодым президентом, понимаете? А у нас 60 лет – это старик. Ну, реально, ну, умер, подумаешь. Мы перестали вообще обращать внимание на то, что в Украине люди живут в среднем на 20 лет меньше, чем в Европе. То есть жизнь у каждого из нас отбирает 20 лет, причем те 20 лет, которые в цивилизованных странах считаются самыми счастливыми. Реально, самыми счастливыми. Когда тебе уже взрослые дети, когда тебе государство дает пенсию, обеспечивает медицинский, и ты можешь путешествовать, жить в радость, то, что ты заслужил, да. Вот. А у нас эта часть жизни, она отсутствует. И самое интересное, или интересное, обидное, что когда я говорю с молодыми людьми, вот с вашим поколением, да, а вы даже не планируете это. Вот ваши планы на жизнь... счастливую старость со своим дедушкой не предусматривают. Их никто не рассматривает сейчас.
что для того, чтобы провести старость со своим дедушкой, надо своего нынешнего мужика довести до такого состояния, чтобы он был здоровым дедушкой, который захочет с вами путешествовать, понимаете? А это технологии, этому надо уметь. А в Украине давным-давно отсутствует культура сбережения собственного здоровья. Ну, слава богу, зубы чистим. Ну и слава богу, да. Вот это наше максимальное направление нашей профилактики. Чистить зубы, понимаете? И то больше, чтобы от тебя не воняло, а не для того, чтобы они были нормальные, понимаете? Вот такая ситуация. Поэтому этому всему надо учиться. А для того, чтобы этому учиться, нужен тот самый горизонт планирования. Понимаете? Кто будет думать о старости, если он не знает, встретит он Новый год или нет? Я это понимаю. Но я констатирую, что эта проблема была и до войны. До войны. Мы всегда находили, почему нам не надо заниматься нашим там здоровьем. Это то, на что я жизнь положил свою, для того, чтобы убедить вас в том, что нельзя свое здоровье и здоровье своих детей доверять семейному врачу или государству. Это ваша проблема, ваша. И этому надо учиться. И, к счастью, 21 век дает те самые технологии, которые позволяют вам знать, что зависит от вас и на каком этапе надо обратиться к доктору. Вот это то, чему я і буду вас учити, поки получається. Дійсно, це правда важливо, особливо от з початком повномасштабного вторгнення от почали казати, дивіться, пандемії в принципі ж немає, коронавірусу також, і люди забули про усі ці заходи безпеки, як треба себе поводити. Зараз у нас на носі зима. Більше того, ВООЗ зараз нас попереджає, що світ має готуватися до майбутніх невідомих хвороб, хвороба Х зараз дуже часто звучить. Ще була недавно також інформація про те, що в Руанді, в Африці фіксували спалах смертельного вірусу Марбург, від якого нібито немає вакцини. Пане Євгене, до чого готуватися і як сьогодні, скажімо так, в умовах війни нагадувати, кожен сам собі має правду нагадувати, як поводити себе в громадських місцях, що робити, якщо дійсно почнеться якийсь вірус, тому що насправді ми зараз за цим страхом смерті, ракет, шахедів, ми забуваємо, правда, про найважливіше. Ну, от для початку от це ключове, тот факт, що ми забуваємо, а то, що ми забули о коронавірусі, коли прийшла більш страшна біда, не говорить о тому, що коронавірус куди-то ісчез. Просто на фоне массовой гибели молодых людей от снарядов и бомб меркнут старики, умершие от коронавируса. Понимаете? Это актуально. Поэтому главное, что я все-таки хочу, чтобы когда люди думают или журналисты употребляют слова типа там болезнь Х, да, или лихорадка Марбург, то мы все понимали, о чем идет речь. Чтобы мы не нагнетали лишнее, да? Болезнь Х – это несуществующая болезнь, ее вообще нет в природе. Это некий теоретический образ. Вот есть условно болезнь Х – никакая. Она, может быть, придет, может, не придет. Что мы будем делать? Это экспериментальная болезнь Всемирной организации здравоохранения, на примере которой проводится подготовка к возможным действиям мира в случае возникновения непонятно какой эпидемии. Поэтому ее как таковой нет, не будет. Болезнь Х, еще раз говорю, это теоретическая модель, актуальная для организаторов здравоохранения. То есть Министерству здравоохранения, научно-исследовательскому институту, тем, кто обеспечивает логистику, там, медпрепаратов, работу госпиталей, ну как они работают на сортировку пациента. Вот для них актуально, что такое болезнь Х, они должны на ее примере там, экспериментировать и создавать возможные планы. Поэтому среднестатистическому человеку болезнь Х не актуальна, это чистый журналистский хайп, про это вообще надо забыть. Все. Болезнь Марбург – это почти, ну, это тот же вирус, который вирус Эбола. Это, ну, очень близкие вирусы. Ну, другой вопрос в том, что там вакцина против Эбола, ну, по крайней мере, хоть какая-то есть. Ну, вот американцы зарегистрировали уже такую вакцину. А с Марбургом вакцины даже близко нету никакой. Это раз. Но они по симптоматике очень похожи. Это вирусная инфекция с высокой температурой, которая проявляется сыпью, массивными кровотечениями, и человек очень быстро умирает от потери крови, ну, от обезвоживания. Лечение своевременное очень быстро дает реальные шансы, поскольку мы восполняем потери там, жидкости крови и так далее. Но вопрос не в этом. Как правило, болеют там, где никакого своевременного лечения нет.
все-таки источник вируса летучие мыши тропические, которые питаются тропическими плодами тропических всяких деревьев. У нас эти мыши поумерзают очень быстро или не найдут нужных тропических деревьев, поэтому для нас это не очень актуально. То есть я бы сказал, в принципе, не актуально. Хотя понятно, что если будет регулярно летать рейс там Борисполь куда-нибудь в Африку, там в Руанду, в Конго и так далее, и оттуда будет массово к нам приезжать люди, ну, на восстановление Украины, например, да, то тогда нам надо будет более бдительными, хотя утешает все-таки то, что этот вирус не летает по воздуху. У него вот есть два способа передачи инфекции, которые дают массовые заражения. Это способ воздушно-капельный и способ алиментарный, то есть кишечный, когда с продуктами питания можно заразиться, ну, как холера, дизентерия, сальмонеллез. Так вот, вирус Марбурга и Эбола, они не летают по воздуху. Либо вы будете целоваться с этой самой летучей мышью, либо надо проконтактировать с больным, причем надо, чтобы выделение больного попали на слизистые оболочки или на поврежденную кожу. То есть или секс, или... Но, опять-таки, больной лихорадкой Эбола находится в таком, или Марбург, в таком состоянии, что ему не до секса, мягко говоря, и целоваться он к вам тоже не полезет. Поэтому, как правило, 70% тех, кто заражаются, это медработники, которые вынуждены контактировать и так далее. То есть это, опять-таки, все очень-очень интересно, но, господи, хочется просто мечтать о тех временах, когда лихорадка Марбург будет самая большая проблема Украины, понимаете, если честно. Дійсно, ну і ще, до речі, я згадала, що... Наверное, не ответил на ваш главный вопрос. Вы же спросили о том, так, а к чему, каким болезням нам готовиться. Ребят, вот что мы все время пытаемся готовиться к болезням, которые там каким-то неведанным? А вы не хотите подготовиться к такой болезни, как коклюш, которая вспышка реально, и привить собственных детей? А вы не хотите подготовиться к такой вакцине, как грипп, и защитить своих стариков? Вы не хотите придумать о такой реальной болезни, которая называется пневмококковая инфекция, которая убивает пожилых людей в Украине при наличии их высокоэффективной вакцины, которая может стариков защитить? Не хотите обсудить реальные существующие болезни? Потому что я понимаю, что если написать там статью про инсульт, инфаркт или про то, что реально есть такая болезнь, которая называется остеопороз или сахарный диабет второго типа, или преддиабет, или подагра, или мигрень и так далее, то никто не пойдет на эту новость смотреть. А по лихорадке Марбург вот это набежит толпа людей. Вот эта особенность, это наша, я не знаю какая, почему это происходит, почему, имея реальные возможности помочь себе, помочь близким, да, ну, елки-палки, что ж творится, но Марбург нас интересует, Эбола нас страшно волнует, я про болезнь Х получил, ну, когда на Давосе вот этот был форум, ее там обсуждали, я получил там 1000 писем, доктор, что будет, куда прятаться, понимаете, а про то, что в Украине реальная эпидемия коклюша, и дети заболевают, и во всей Европе дети умирают от коклюша, да это никого не волнует вообще, потому что это же не так интересно. Дійсно, це правда. І от я скажу ще один такий гачок, на який я сама також повелась, коли от було влітку дуже багато інформації про мапичу віспу, коли хвороба, звісно, не нова, але говорилось про те, що вона спалахнула із новою силою. Я гуглила, що це таке, чи дійде до України. Тоді були відомі про що життя втратили кілька сотень людей, і що вона вже вийшла за межі африканського континенту. І були зафіксовані смерті в Швеції і Пакистані. І тут також, знаєте, от трішечки ніби як злякало, воно ніби далеко, але щось таке невідоме. От цього варто боятися? Ну, от поэтому я вам всім советую, друзі мої, коли у вас, я завжди стараюсь на вот такі панічні настроєння наших жителей реагувати, і коли я перший, хто починає розуміти, по поводу чого наша нація починає сходити з ума. Потому что как только появляется какая-то болезнь, вот такая типа мапичьей виспы или что-нибудь такое, моя почта начинает ломиться от вопросов и так далее. И, собственно говоря, задача моей команды отслеживать письма, отслеживать комментарии. Как только мы в течение дня получаем 100 вопросов про какую-то болечку, все темы откладываются, мы начинаем писать видео. Поэтому просто мой вам совет, ребятки, если вас начинает волновать какая-нибудь болезнь очень сильно, типа мапичьей виспы, вы сразу все бросаете, идете на канал к доктору Комаровскому, где по поводу вот Швеции, заболеваний и оспы есть уже подробнейшее видео. Мы уже 3 видео, вот по мере того, как оспа появилась, только мы записали видео, рассказали и так далее. Здесь тоже очень похожая ситуация. Она не летает по воздуху.
Понимаете? Вот это очень важно. То есть на, действительно, когда речь идет о болезни, которые передаются воздушно-капельным путем, особенно в наших условиях, когда у нас очень-очень плохо обстоят дела с такой понятием, как вентиляция помещений. Вот проветривать жилище почему-то не является национальной культурой, понимаете? Почему-то, когда дети учатся в школе или в детском саду, то перемена – это типа для учителя. Никому в голову не приходится, как только звенит звонок, дети должны быть мгновенно удалены из класса, и этот класс надо проветрить. Что надо контролировать концентрацию углекислого газа в воздухе и так далее, интенсивность воздухообмена. Вот это и есть меры профилактики воздушно-капельных инфекций. А если... А у нас реально сейчас нормальная вентиляция только в современных зданиях, которые построены не по нашинским технологиям. То есть когда строится некий современный супермаркет или современный кинотеатр, понимаете, или, условно говоря, вот типовое здание какого-нибудь Макдональдса, то там с вентиляцией все нормально, потому что это не наши проекты. Там на это обращается очень большое внимание. Так вот, почему я об этом говорю? Что поскольку у нас в квартирах, в классах, в школах, в больницах, в детских садах нигде, никогда не выполняются наши же нормы по вентиляции помещений, то для нас любая болезнь, передаваемая воздушно-капельным путем, это беда. А болезнь, которая передается через поцелуи, поврежденные слизистые и там нестандартный секс или даже стандартный секс, понятно? Это не очень актуально, оно как та же обезьянья оспа, понимаете? Поэтому этого я не очень боюсь. А вот гриппа, коронавируса, коклюша – боюсь. Пневмококковой инфекции – боюсь. Гемофильной инфекции – боюсь. Потому что у нас это проблема. Потому что когда у ребенка сопельки, и его не берут в детский сад, то его отвозят к бабушке. Понимаете? И этот ребенок с сопельками убивает бабушку, и никто об этом не думает. О том, что ребенку сопельки не страшны, а бабушка от этих сопелек умрет, потому что у ребенка с высокой степенью вероятности может быть там пневмококковая или гемофильная инфекция, которая для этой самой бабушки смертельно опасна. Хоть у ребенка иммунитет нормальный и формирующийся, а у бабушки на старости лет уже никакой. Но это же, ну, кого удивлять этому? Это же вот вопрос, который даже никто не стесняется сказать. У ребенка сопли, оставила с бабушкой. Ну, это же стандартная фраза в Украине. И никто об этом не думает. Вот чего надо бояться. Вот этих стандартов наших. Так, дійсно, я впевнена, що після цієї розмови точно мають частина, принаймні, глядачів, переглянути зараз свої відео. Ви така наївна. Я сподіваюсь. Я в этой каше 40 лет варюсь и 40 лет пытаюсь до людей достучаться, поэтому если вы думаете, что после нашей разговоры что-то изменится, но, поскольку все-таки доктора Комаровского смотрят миллионы людей, если 1% услышит, это уже огромное количество, поэтому спасибо и за это. Так, дійсно, це правда. Ну і про те, чого чекати або не чекати, от взагалі те, що пов'язано ще з війною, так ось закриємо цю тему ймовірних хвороб, так, і чи взагалі боятися. Неодноразово після окупації міст повідомляють, чи то там пропагандистські ресурси, чи то наша місцева влада, про поширення інфекційних хвороб, зокрема холери. Таке слово страшне для кожного. Ми пам'ятаємо всі історії, пам'ятаємо, скільки людей взагалі загинуло від цієї інфекції. Зокрема, нещодавно в Авдіївці з'явилася інформація, що там є епідемія холери. Після окупації Маріуполя також багато було інформації про це, тому що людей вбивали, їх ніхто не хоронив, і це надзвичайно була така страшна тоді і подія, і взагалі для всього людства. І ось тоді дійсно говорили про те, що ось ця епідемія, вона може поширитись далі. Все ж таки, пане Євгене, от як ви думаєте, якщо взяти дійсно такі окремі міста, які окуповані, які ми не контролюємо, а там контролюють росіяни, скажімо так, може ось ця хвороба, якась епідемія, вийти за межі? Що таке має статися? Я не боюсь холеры, если честно. Вот не то, что там я как-то недооцениваю возможности и так далее, и так далее. Нет, болезнь опасная, но есть способы лечения. Есть очень эффективные способы профилактики. То есть да, холера в условиях
антисанитарии, в условиях отсутствия дезинфицирующих средств. Это реально очень-очень опасно. Опять-таки, и речь, как правило, о вспышках не шла. Речь шла о том, что в природе, в канализационных водах обнаруживался холерный вибрион. Возможно, было там 1-2 случая заболевания. Но еще раз обращаю внимание, холера неплохо профилактируется стандартными дезинфицирующими средствами, мытьем рук, кипячением воды. Вот чем, да? Поэтому я опять-таки могу сказать одно, что если будет какая-то вспышка, ну, на территории Украины, допустим, да, то ее остановить можно довольно быстро. Опять-таки наши люди, они реально, это наша национальная беда, особенность, у нас темы профилактики нет, ну, вот как таковой. Но если есть реальная болезнь, то и когда рядом сосед или кто-то, да, то все начинают массово бояться. Ну и в этой ситуации есть таблетки для дезинфицирования воды, которые можно кидать. То есть ты набрал воду из лужи, кинул туда таблетку и напился, и все будет нормально. То есть я точно знаю, что если, не дай бог, будет вспышка, то остановить ее будет довольно легко, поскольку средства для профилактики, для дезинфекции довольно дешевые. А в условиях реальной болезни наш народ сразу возьмется за мытье рук, кипячение воды и так далее, и так далее. То есть я как раз считаю, что холера – это, конечно, очень актуально, но это, скорее, все-таки организационные действия государства. Я, например, много раз обращался к волонтерам по этому поводу, что когда такого страшного лета, в плане отсутствия дождей, да, жары. Когда было? Я не помню за свою жизнь такого лета, да, как это, которое вот прошло. И в этой ситуации понятно, что когда очень высокая температура воды, это идеальные условия для размножения холерного вибриона. Поэтому качество воды, которое у ребят на передовой, да, это очень-очень важно. Поэтому обязательно надо обращать внимание на, еще раз говорю, это элементарные копеечные средства для таблетки для дезинфекции воды. Это то, что государство, волонтеры, армейская медицина должны обеспечить каждого солдата такой возможностью, чтобы он не рисковал, когда у него нет доступа. Ну, вообще, если ребята стоят на берегу Оскола, Днепра, Донца и так далее, да, то сплошь и рядом у них нет источника чистой питьевой воды, но река рядом есть. Так вот, элементарная таблетка позволяет такую воду дезинфицировать. Ну і якщо вже заговорили дійсно про ті проблеми, які пов'язані сьогодні з війною, можливо, тут питання реформування не лише МСЕК, медико-соціальної експертної комісії, я думаю, вже кожен чув це слово, цю абревіатуру, а можливо, дійсно сьогодні якась проблема така є цілісна у всьому МОЗ. Тому що зараз, куди не гляне, особливо після низки скандалів, дуже багато заголовків, так, як подолати корупцію, чому ця структура є найбільш корумпованою і закритою при МОЗ, і як військовим взагалі, які проходять сьогодні ці всі бюрократичні процедури, не попасти дійсно на якісь певні вимагання грошей. І взагалі сьогодні дуже багато питань, так, і, а як людині підтвердити, бодай, статус інвалідності чи тому подібне. Але ми розуміємо, що це така проблема глобальна. Так? Те, що ми бачимо, це вже наслідки, ці люди з грошима і тому подібне. Пане Євгене, на вашу думку, проблема в чому? Чи є сьогодні шанс під час війни швидко виправити ось цю ситуацію? Ми в мирне время не могли корупцію победити. Какой шанс победити його в время війни? Не знаю, у нас однозначно есть проблемы отбора. Отбора кадров. Отбора тех, кто... То есть у нас сплошь и рядом контролируют коррупцию и тех, кто ее возглавляет. Ну, сплошь и рядом. Вот и все. Поэтому это вопросы добра и зла. Это вопрос выживаемости страны. В принципе, коррупция – это вопрос выживаемости страны. Потому что если придет к нам, мы дождемся мира, то главный вопрос будет какой? Папы уедут к мамам за границу или мамы вернутся сюда? Это будет главный вопрос, от которого зависит будущее нации. Люди не вернутся в страну с коррупцией, поборами, воровством, ложью, постоянным ежедневным нарушением конституционных прав граждан. Ситуация, когда какой-то врач в течение 5 минут одобрил, сказал, что ты здоровый, иди воевать, я просто пытаюсь понять, а где этика, совесть, клятва Гиппократа, присяга врача и так далее, и так далее. Но в то же время у меня есть там близкий родственник, который проходит там медицинскую комиссию для того, чтобы подписать там кучу документов всяких, поскольку ему положены деньги, да, так он медицинскую комиссию проходит уже 3 месяца.
Понимаете? То есть, когда тебе государство что-то надо дать, то ты проходишь медицинскую комиссию по 3-6 месяцев. А когда тебе надо отправить на фронт, то ты проходишь 3-6 минут. И это, ну вот, это те вопросы, ответ на которых определит существование страны. Ответ на которых определит существование страны. Мы придем к этому пониманию рано или поздно, но хочется, чтобы раньше. Должны были прийти лет 15 назад, но не пришли. Дійсно, пізно не хочеться, тим більше війна триває, правда, сьогодні проблеми наростають. І, до речі, обіцяли реформування саме МСЕ комусь, але як воно буде насправді, будемо дійсно спостерігати. Це також важливо. Ну і про те, чого чекати взагалі всій країні і українцям як нації, тому що нас лякають, можливо, просто констатують факт. Ну, по-перше, Україна вийшла на перше місце в світі за рівнем смертності і на останнє за рівнем народженості. Такі дані, зокрема, були у нещодавніх звітах ЦРУ, Центральне розвідувальне управління. Щодо демографічної ситуації, ну і там вони рахували, що приблизно в нас смертність – це 18 осіб на одну тисячу. Пане Євгене, якщо, скажімо так, війна ще буде тривати, вона стане затяжною, про які перспективи взагалі України як нації можна говорити і як ситуацію управляти сьогодні? Тому що ми сміємося так з росіян, які закликають народжувати і забороняють різні там контрацептичні засоби, тому що їм потрібно, щоб населення збільшилось, а нам якось також треба щось з цим робити. Так ви ж розумієте, що це теж одне із наших проявлень. Нам завжди легче там сказати, що неправильно роблять за забором, розумієте, чим посмотреть на самих себе. Вопрос выживания нации, вопрос рождаемости, вопрос смертности в Украине – это вопросы политические на сегодня. Политические. Ответ на эти вопросы лежит в том, чтобы гарантировать каждому жителю страны хотя бы соблюдение базовых принципов, изложенных в нашей Конституции. Свобода слова, права, реальные права человека, уверенность в завтрашнем дне. Тот факт, что это мы, люди, люди выбрали государственных чиновников, чтобы они заботились о нас. То есть это мы их назначили, они нам служат, а не наоборот. Вот это как-то понимание этого как-то... Вот такое ощущение, что любой человек, который становится там условно мэром, начальником, он считает, что его, ну, как его короновали, что ли, и что он теперь может все. И вот эти социальные лифты, ответы на вопросы, что такое хорошо, что такое плохо. Это базовое, то, что определит будущее страны. Для людей очень важно рожать детей тогда, когда ты знаешь, что будет с твоим ребенком. Для чего ты его рожаешь? Не для усю-сю. Ты рождаешь его для того, чтобы сделать его счастливым человеком. Для того, чтобы не волноваться за его будущее. Для того, чтобы знать, что кого-то кроме тебя в стране, которая вот, есть государственный институт. Институт, который заботится об образовании детей. О том, чтобы дать им знания. Не контролировать, на каком языке дети на переменах разговаривают, понимаете? А контролировать знания детей. Вот технологии дать знания этим детям. Изменить подачу знаний в 21 веке, потому что сейчас другие знания нужны людям для того, чтобы успешными быть в этом мире. Быть уверенным в том, что в случае болезни тебе помогут, что у тебя будет достойная старость. Что если у тебя будет онкология и боли, то ты не будешь выпрашивать таблетку наркотика, понимаете? Вот это вот, что если ты будешь уходить из этого мира в тот, то ты не будешь уходить на мокрых простынях, в унижениях и пролежнях. Вот этого ты хочешь знать, что кто-то тебе это обеспечит. Тогда, когда ты знаешь ответы на эти вопросы, о том, что у твоего ребенка впереди жизнь в стране, где есть социальные лифты, где есть соблюдение законов, где ему гарантируют образование, его права, его медицинская помощь и так далее. То тогда ты рожаешь детей. И тогда ты в эту страну возвращаешься, потому что это твоя родина, потому что здесь все самое лучшее, самое понятное. Это правила жизни здесь тебе понятны. Так вот, надо установить те правила жизни, которые нам близки, и устранить все то, что нам мешает жить. Когда одни жители Украины охотятся на других, одни жители Украины учат других патриотизму, одни жители Украины рассказывают другим, что такое хорошо, что такое плохо, сами нарушая все Божьи заповеди вместе взятые. Вот это вот все. Поэтому, на самом деле, еще раз говорю, если мы выстроим правила игры, но не просто правила, а правила, которые контролируются, понимаете, контролируются,
о том, что если кто-то публично вякает что-то, что принципиально нарушает конституцию страны, то его надо брать за шкирку и нейтрализовывать из публичного поля хотя бы, если не в тюрьму сажать, понимаете? А у нас можно публично нарушать конституцию, и на это никто не реагирует. Поэтому, когда в стране будут правила, которые реализуемы и контролируемы, и общие для всех, то в эту страну потянутся люди. Когда в тяжелые времена будут принимать законы, облегчающие бизнес, а не затрудняющие бизнес. Вот это... Когда кто-то будет воровать миллиардами, а кого-то будут сажать в тюрьму за 2 гривны, условно говоря, понимаете? Вот когда будут, вот это все будет, поэтому еще раз говорю, выживаемость нации, рождаемость, смертность – это вопрос политический. Будут понятные, приятные, доступные, реализуемые правила игры. Люди будут рожать, рожать, рожать и рожать. Вот рожать, рожать и рожать. Вот и все. А так что ж рожать? Понятно, что у нас не будут рожать, в России не будут рожать. Конечно, не будут. Но кто будет в здравом уме, не понимая, когда кончится война, рожать детей? Нет, рожать все равно будут. Будут. Ну, просто потому, что это наш инстинкт, наша биологическая потребность, как дышать, как бы, да, вообще видеть собственного ребенка – это огромное, перегромное счастье для многих. Но многие люди могут себя контролировать и будут контролировать, пока государство будет думать, что для него в приоритете. Ну, пане Михайле, на завершення, от в цих умовах, яких ми вже є, так, які склалися, ті українці, які залишилися сьогодні в Україні, вони виживають, скажімо так, так кожного дня. Ми починали з вами розмову так, що більше ніж 90% населення мають певні розлади, тривоги, депресії. Як зберігати ту емоційну стійкість? Можливо, кілька порад від вас. Ну, видите, біда то состоит в тому, що, к сожалению, психічне здоров'я людей от новостей по телевизору, ну или там в интернете, зависит намного больше от любых советов доктора Комаровского. Понимаете? Ну вот, к сожалению, факт есть так. Но тем не менее, физические нагрузки. Подумайте о том, что в этой жизни доставляет вам радость. Ну, кроме еды. Это очень важно. Понимаете, ищите себе источники радости. Обязательно не скучайте. То есть вы должны расписать свою деятельность, жизнь так, чтобы вам не было скучно. Чтобы вы не занимались, там, часами не сидели в каком-нибудь ТикТоке за просмотром каких-то хохмочек. В конце концов, уж что-что-что. А сейчас в Украине такое количество людей, которым нужна помощь. Такое количество дел, которые надо сделать. Туда что-то принести, там что-то построить, там что-то... Ну, короче, нам, если человек захочет сейчас не скучать, то не скучать очень-очень даже можно, понимаете? Поэтому главное – ограничьте чтение новостей. Посвятите себя близким. Лишний раз позвоните родителям, детям. Вообще, потому что социальное окружение, социальное общение с нормальными людьми, которые дороги, которые близки, друзья, которые с тобой на одной волне. Это очень тебя поддерживает. Не миритесь со злом. Помогайте, творите добро. Не сидите сложа руки. Ну, господи, ребята, ну что еще я могу сказать? В конце концов, почитайте, или нет, даже так, послушайте с ребенком перед сном сказку. Знаете, кто еще не в курсе, что у доктора Комаровского есть такой проект, называется «Казки украинскую с доктором Комаровским». У нас есть канал на Ютубе. Вот, пожалуйста, вот вечером сядьте перед сном и послушайте сказку о докторе Комаровского. Сказка – это способ объяснить ребенку с помощью сказки, что такое хорошо и что такое плохо. Вам даже не надо эту сказку читать. Дедушка Женя вам ее прочитает украинскую мову. Послушайте и расскажете, что такое доброе, что такое плохое.